Тебе хватает на обе эти? Да. Убрать эти навыки. Как это называется? Резистент школы магии. Вот такое. Это агрессивный это на билд получает. То есть у тебя защиты почти никакой будет. Ну да. Зато испепеление как пулемет идет. Тестик сам по себе это чисто фан БГСП. Отведите моба. Следующего он будет. Пять секунд до конца бани. Следующий кейстинг будем бить. Квадрат не трогайте. Бейте, который заручен. Ну вот этих двух отведете их. Блин, не случай. Хорошо, что они до квадрата не дошли до... Сейчас Ванда. Чтобы не улететь при убийстве элементаля, становитесь спиной к стене. И бежать пешой. Да, и он успевает. Печально. Ну, мы на 8 так отхилим. Там скорее не бьет, а гладит. Ну да, особенно таких танков.
Балбес, я бы оставил такой комплимент. Так, сейчас метку поставлю. Ну хули, у меня 4-й час ночи уже, пиздец. А тогда стоять здесь. На ком крестик будет отбегать не в сторону, а назад. То есть, например, там, где стоит вок, в эту сторону. Если на мелика повесилась, то в сторону убегай. Хпалу под боссом. Единственная проблема, что второй джаги нету, блядь. Дайте рыбу. Я бы встал. Вон стоит. Так, и следите за агро. Если в миле появится, рядом с миле появится газовое облако, сранит его, то не уешься мортами кидать и так далее. В два хила тут бьете? Ну, вообще в одного, но это человек не на мейн хил. У него офф спек. Понял. Поэтому я не совсем уверен, пока что. Ладно, давайте в одно попробуем. Жена. Да. Я сегодня дал ШКшникам 208, блять, 13 что ли тысяч, 25-ки навезать. А, такое. Я видел магов, которые 19 дают. Ну так это вот совсем другое дело, 208 ШКшник, представь. Холи Пала, у тебя по манускрипту нормально там? Ну да. Ой. Нет. Черт, не тот. А что такое? А что было? Щит не бил. Танковый. Танковский. Сейчас. Походу. Если у тебя есть ПВПшный на вспышку, то ты еще. Да у меня есть. Да у меня есть ПВПшный. Ну вот. Готов подходить в метку. Смыть просто. А, за чего тебе? Так у него танка манускрипт стоял. Купил типа? Нет. У меня ПВП что ли? Может быть даже на йоге в одного хули пала сможем. Урёнок, а ты этот на X2 играл? Угу. Где-то потому что видел этот ник. Так, лучше будет на этом боссе. Ну, там тяжковато, конечно, в одного хэпа. Где здесь? На йоге. Да нет, в принципе. Если все знают, что делать. Всё. Ну, у нас меликов хватает. Все, смотрите. Не мог найти манускрипт. А, тут фреймбот стоит, если кому-то нужно. У него есть реги. Все бафы есть. У нас так скоро 24 уровень будет гильды. Хорошо, вы там подсуетились. По поводу апа. Так 25 близко на срез.
Ну что вы там бить-то собираетесь, прием? Камень с пожарника до сих пор лежит, локовский, блядь. О, если сбивать будете касты, тогда он не пригодится. Только танку, если. Рок. Пипоты там бить, так далее. Ну, так как лужи с пула нет, я не вижу смысла припот пить. Ждем уже. Пошли. Сбили? Все, погнали. Пошли. С меткой. Вышли. Вышли. Порыв милей, милей. С меткой. Вышли. 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 Стопать что ли по боссу лучше? Стоп. Помедленнее бейте. Там уже осталось у него ерунда. Слишком сильно. Появляется. На поле. У него сейчас уменьшение урона. Вышли. Следите сейчас за ага. Давай, бэ. Вышли. А где босс-то? Так каждый босс, что он на нем вообще улетает. Ну, ТПС будет. У нас этап правильный. Только этого не хватает. Да, как раз вместо меня. Корнелька, тебе повезло. А ДКшники
ФДКшники какое плащ носят? А, там на силу есть Сигнис. 10-19. Да. Ну, сила тут больше даст уже. Да в Нагзе просто навыков не было силы. Да, вообще нету силы. А тут сила равно 2 ап. Фабула такая. Там 2 с чем-то. На самом деле. Сейчас пойду. Муренок, а ты вообще с каким на скриптом бегаешь? Вспышка света. А чё не берёшь на этот, на свет? 200-ю. Зачем? Ну, не знаю, дать тебе видней. Там фигня вообще, помнишь? Ну... Бисовый манускрипт, ну не знаю, фигня был. На 100 маны уменьшает. Да. Лучше СПД больше. Нет, СПД на хули пала не стоит брать больше. Ну, во-первых, вспышка это ситуативный, это РЛКшный скилл, который хилит мало. Для рейдов серьезных вспышку ты не будешь юзать на протяжении всего боя. Ну, когда как-то, когда типа не успеваешь. Да, когда успеваешь. И фасту вот. Его не бьет, и СПД никто не бьет. Кто бьет, как бы они послабее попал. Всегда снижается свет небес,
И у хэпала очень много оверхила. Я не знаю, вот в интеллект только забивать. Интеллект — это у тебя и СПД, и крит, и МП5, и все на свете. А снижаешь ты свет небес, потому что наступает какой-то серьезный пост, где тебе надо поднимать рейд, ты хилишь светом небес. Не вспышка же ты на фрее хилил. Ну да. Ну вот. Там же ситуация, я взял типа для того, что типа, если не успеваешь, и тебе типа, больше захил от вспышки света. Ну типа можно его тыкать, я не знаю, ну я бы в рулка, не знаю, нажимал, и чисто светом вспышкой херачил, а свет он рейдовый. Не, ну, я как холипал мейновский, я понимаю, о чем говорю. Как бы у меня 99% хила идет от света в 25-ке. Нормальный такой, серьезный. Ну, так это потому что для рейда. Вспышка — это когда весь рейд поднят, ты можешь спамить вспышку, чтобы просто танка держать через частицу и все. А так ты хилишь. Да, вспышка — это побаловаться, а свет не для серьезных пацанов. Просто на 10 костов ты 1100 маны сейвишь. Это дофига. А тиск-то здесь? По эти, по реген маны было. Не понял. Вот ты сказал, за 10 костов 1100 маны реген. Это типа статистические данные. Нет, ну не регенит, но сейвит тебе. Я понял, сохраняет. Ну да, сохрани. Так, желтая метка рок. Красная метка ДК. Синяя метка. Порталы? Что? Это порталы? Да. Мимик синяя. А кто остался еще из... Тех, кто быстро снесет в портале. А, Void. А, блин. Хотя... Тут двоякая штука. Я в Энхе сейчас могу заходить. Ну, проклятие диспелим ты и я. А, ну тогда смотрите. Нет, там все в ДПС дело. Остальное ерунда. С одной стороны, сова там будет быстро рыцаря заливать, но по мозгу не очень будет. Ну давай я схожу, я, блядь, не ходил уже нахуй в мозг, в голову, блядь, несколько лет. Сейчас поставлю. 25-ки только за шипешника был. Это не понял. Фиолетовый, это Dark Eyes. Угу, хорошо. Все. Те, кто знает, те, кто готов подходить сюда. На первой фазе уклоняемся от точек. Милики стоят внутри Сары. Если на вас дебаф кинулся, выходим в РДД. Что КД? А. Да, жена, оставайся в ШП. Если один холик не справится, тогда уже двоем. На второй фазе. Если появляются два щупальца и нужно, если они недалеко и вы достанете до двух, становитесь между ними. Также передвигаемся все одной кучкой. Если появился на кого-то череп, отбегаем от него. Если у кого-то удушающее кинуло и рядом стоит луч, не разбивайте, потому что это его убьет. А так убивайте удушающее. Все, мультидотайте. А в тех, кто в комнатах, бегаете бочком. Q, если стандартно, это вот так вот. Вот, например, череп, встань череп. На месте встань череп. Вот, например, я протянулся в комнату. И если нужно бежать, вот так бежи. Не лицом к черепу, а боком. Почти спиной. Чтобы не полутать уменьшение рассудка. В комнате это раз-два и сделал. Готово будет. Так, в комнате, когда смотрите на каст, на мозга, остается 4-3 секунды, выпрыгиваете. Не ждите до 2-1 секунды. В
Вопрос. Да, и хитбокс большой у мозга, очень большой. Там практически рядом с порталом можно стоять. Ну, говори. А сколько плюсов идем? Потому что сейчас мы плюс ноль. Я разговаривал, забыл. Мы там плюс один тарим, а только. Да. Угу. Не, пока что мы не сможем. Потому что там нужно выводить мобов, которые добавки дают. Иначе они захилят босса и себя. А если они захилятся и много мобов, то танк пока. Shadow support. Нет, там не в этом дело. Там каждые плюс-минус 20-30 секунд босс будет кидать на мобов одного или нескольких баф. И через 10 секунд, если он будет стоять вблизи от босса, меньше чем 20 ярдах, то захил пойдет. И либо нужно будет его забросить всем абсолютно, либо, ну, сами знаете. Крист, обнови, пожалуйста, от темной магии. Спасибо. Оно не стакается с этой сарой? А там кто заходит в портал, и там не будет. Там, да. ДК есть. Если того, который в центре. Каз, не забывайте сбивать. И от точки отходи. Лок. А, хорошо, ты в Африке. Быстро учитесь. В третьей фазе все спиной стоит босс, если что. Ненависть и ярость направляют ваши удары. Милики, бейте мобов. Если мобов нет, то можете пару секунд повернуться к боссу, ударить. Там окно между кастами 5 секунд ровно. 4 секунды каст, 5 секунд перерыв. Наверное, на тебе был дебаф, и ты не вышел. Рейси? Рейси. Да, на тебе был дебаф. С этим дебафом любым надо выходить. Иначе ты умрешь. Ну его надо резать по-любому, потому что он в комнату идет. Он вдалеке там. Рядом с красной меткой. Забафайте его. Слушающе убить. И пойдем туда. Тяжелое. А, да. Не подходите, Арне, да? Все, он сбил, нормально. 5 сомлей. Осторожно, учи. С ниткой сбегайте. Так, оббегайтесь, идем сюда. Тут два щупальца маленьких. Мимик, мне нужно будет идти в портал, Фиолет. 15 секунд до портала. Осторожно, учи. 7 секунд. 6. 5. Блин. Где мне нужно в портал? Отцовы. Я не понял, кто же зашел в мой портал, получается. Где-то
Держимся. Два тела мертвых. В чем дело? Ну, да, ложимся, давайте. Чего у вас дело было? Пишите в чат. Ну, а портал именно точно в этих... как это назвать? В метках появляется или нет? Рядом? Плюс-минус. Тут точно не угадаешь до того, как появится. Не, ну, мой портал, получается, был между крестом и ромбиком, и я не понял, это мой или не мой. Он прям был между ними. Есть портал возле пасти, близко к входу, слева и справа. Есть возле жопы босса, слева и справа. Четыре портала. Очень легко все, без всяких метод. И метки стоят ориентировочно, так как я сказал. Если ты не понял, где жопа, где морда у босса, то у морды там зубы такие есть, у него пасть есть открытая. Фиолетовые и красные стояли по меткам. Ну, видимо, в красную зашли, потому что в красной не было портала. Был портал прямо посередине между красной и фиолетовой. Ну, значит, узнай, кто зашел. Смотрите. Если мы бьем щупальца на второй фазе, и когда 15 секунд остается, я говорю, и вы далеко от своего портала, то начинаете уже бежать. Забейте на щупальца, мы их так убьем. Это так, развлекало до порталов для вас. Распредели, пожалуйста, еще раз по порталам, а то у меня, мне кажется, мимик зашел в мой летовый. Желтый рок, красный, ДК, Симметрии, синий, шаман, фиолетовые, Dark Ace. Ты фиолетовый зашел. Я серьезно, зачем мне врать? Типа. Рыба там стоит. Так, у меня мимик на собаке, но не важно. Сейчас я лобнусь. Все, у всех все есть. У кого есть, все, подходите к сове. Ну пошлите, что стоим. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. На, ё-моё. Не удержал, получается. А если? Когда? А когда нет? Сколько? 3.5. На второй фазе. Давайте, ведь у которого меньше. Да давайте заново, то есть нормально будем. Так что у нас один вдох, он о чём не сможет. Да нахуй это нам. Кто это говорит? Говорит кто? Вот тупица! Там уже, блять, две комнаты люди пройдут, когда КДБР пройдет. Лучше нормально. У нас осталось примерно 20 минут. А у Галона будем собираться либо завтра до РТ, либо в среду. А до РТ во сколько по Москве? Сейчас скажу. Завтра. Так. Напишите.
Фолдят в чате. Не могу. Сейчас читаю чат. Я знаю, поэтому он ОРТ. А что там у ЛГО на бой час всего лишь? Там завтра второй рейд идет. А, нет, стоп, не завтра, понедельник. Там второй рейд завтра. Четвертый рейд во вторник. Я что-то перепутал. О, понедельник, Курабек, второй рейд. Седьмое. Так, а когда убьем Йога? Поговорим, кого, как, когда кто сможет. У меня есть один вопрос. Ну говори, говори. Вот, когда мы выходим, когда мы мобов убили, мы выходим и там чистим вот эти щупальцы. Шкала вот этого, как это называется, она отключается. Рассудок не восстанавливает. Оно должно уменьшаться, типа, оно независимо, это спиной или не спиной. Смотри, когда люди в комнату заходят, рассудок уменьшается, там она на 9% вроде бьет. Каждую комнату. Да. И те, кто в комнату заходят, и если вы смотрите на чейп, и он по вам бьет, то ваш рассудок еще будет понижаться там. Сейчас скажем. Череп я знаю, до комнаты... понижается. Психоз. Сара кидает там. Такое молния черное. А я за тот же никак нельзя почитать. Психоз не выйдется никак. Ага. Так, а в комнате... Череп раз в 2 секунды. Раз в секунду на 2% понижает и наносит 2600 урона. Так что не в вашем расположении смотреть на него. Давайте, пошлите. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Дальнего рук на полиш. Которая вон там же спавнится. Двигайтесь. Можно. Можно не убегать, а то очень спавнящимся мобом, а наоборот догонять. Три моба осталось. Каделька, выйди. Жди, пока спадет. Да не, так далеко не надо. Просто от мобов. То не взрывает. Иногда. Сейчас осторожно. Он с бафом, он не таунт. Все. Вон там оба не заспавнился. Как раз два щипальца и лиск. Мульта дотать можно. Милики, не подходите к большому. Вот череп.
25 секунд до портала. Пошлите в ногу. 15 секунд до портала. Пищите, смертные. Конец близок. 10, 8, 7, 5. Вы уже должны стоять у своих, а не только бежать. От черепа. Конец близок. Обалдеть. А что же ты там делал, балбес? Спасибо, минус 20 осудка. Может встать рядом у портала, оно достает. Там почти что достает всегда. Вышли, вышли. 54%. Сколько? 54. Отлично. На втором переведете. Примерно. Ну это с Герой. Ну да. Лучше осторожно. 13 секунд до портала. 10. 5. Лучше осторожнее. Сойдитесь. Побыстрее. Порталы. Да боже. Нет, не перейдется за 2. Ну да, меня контролирует. Миллиас не обязательно сюда стоит. Когда только встанем, можете бить. 20 секунд. 15. Как легко уэрлить, когда кастишь. Все, под лицо все, спиной стоим. Сейчас он договорит. Отвернулись. Бейте. Отвернули. Бейте. Отвернули. Бейте. Отвернули. Ведь вернулись. Просто это всякие давать свои. Вернулись. Ведь. Вернули. Вернули. Бейте.
Ведь... Свернулись. Ветя. Не знаю, меня отталкивать я не могу. Вернулись. Не на... Близко не подходите к боссу. Так я не могу моба убить. Не слишком убить, босс. Тысяч. Вернулись. И упал. Бабш. Танка захил. Хилите все танка. Добейте, босс. Сука. Блин, обидно. А у меня с таймером не то. Да, слишком близко, наверное, стоял танчо. Ну там рыба стоит. Я не заметил, как они стояли, но если ДК смотрит от босса, то есть спиной боссу стоит постоянно, то в его поле зрения должен находиться хил, ну или хотя бы весь рейд. И просто мобы, которые подходят сзади, и крутишь мышкой камеру, и пешку даешь подходящего моба, и все, он никого никогда не убьет. Да он за хил затаунился. Не-не-не, смотри, я не про то. Вот смотри, сова стоит. Нажимаешь левой кнопкой мыши на экран, поворачиваешь камеру, отпускаешь, нажимаешь левой кнопкой мыши на босс, на моба, и отворачиваешься обратно. Ты продолжает персонаж просто спиной стоять. И когда он в поле зрения подходит перед тобой или сбоку, ты ЛПшку на него хуяришь. То есть тебе не надо к боссу подниматься. Я к тому, что рейд перед твоим лицом, если стоит метров 10, мобы идут к ним, и ты можешь забрать, не поворачиваясь к боссу, моба. То есть всем надо стоять перед лицом танка. Тогда он ни санити не потеряет ничего. Давайте, пошли. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Первого дошедшего. Бьем второго на поле шарма. Еще заспавнили. Не щадите их! Бейте без промаха!
последний моб. Уж сколько пошли. Что? А, ну да. Осторожно. Лучше не докастить, чем заспавнить. Где ачивка? Падла. Так, между мобами. Встаньте и бейте. Вот чейп. О, щит. Осторожно, лучи. 20 секунд портал. 15 секунд. 11. Вообще. Господи. На меня кинул. На тебе. Порталы. 3, 2, бесконечно будет передаваться. 1. Заходите в свои. В портале шамана захилиться надо будет вам. На вас курса. Я же говорил, нужно будет захилиться. Вставалка есть? Нет. А, она по мне там шотнула 20к, меняет. У меня столько их пока нет. Курсани шоты. Отражает урон в комнате. У него ромбик? Да-да. Я зайду в портал. У меня бурсты есть. 5-3 вышли. 70%. Портала 2 секунды. 10. По порталам. 3 секунды. Луч. Крести, королёк, куда? Рога, подойди к паладину Рога. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три вышли. Трепещите, смертные. Конец близок. Задохнитесь собственной ненависти. 13 секунд. 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Трепещите, смертные. Конец близок. Где там что-то съесть, да? Пока не. Задохнитесь собственной ненависти. Вышло. Сейчас пивать будем.
хорошо еще пить. Сколько хп? Фул. Я вам покажу. Идем к нему. Вот, в сове становимся. Убьем его. Потом резко шума. Великий мобов. Если он умер в комнате, то никак. Там этот паладин умер, резните его. Да пиздец, ну ебаный, блядь. Там уже ДК. Сука. Вернитесь, босса, да и все. Второй раз так, наверное, проебал. Последний пол. БР нет, все сдавайте. Если человек умер в комнате и вы выясните снаружи, он превратится в враждебного. А он что, в контроль ушел? Нет, по идее нет. Это когда контроль уходит человек. Это всегда так, если в комнате. В комнате, если человек в комнате, то может его в комнате резнуть. Не, он меня выкидывает наверх. Он наверх. Когда комната закрывается. Не знаю, меня так пробовали или кого-то бейть. И я этим стал. Если здравомыслие есть, то я должен поговорить. Нет, не там здравомыслие сохраняется даже при смерти, если тебя резают, ты все равно, ну, под моим контролем резаешься. Да на Муренка, наверное, СС. На кого еще? Я хуй знаю, блядь. Муренка СС. Dark Ace, как у тебя в портале получается? В комнате? Нормально у меня все получается, просто на мне осталась этот дотка, которая по мне шотнула, 20к урона мне нанесла, когда она закончила тик. Ну, поэтому... У меня сейчас под всеми бафами 19к хп. Поэтому надо в комнату тебя, наверное, отправлять вместо кого-то. Мага или сову, чтобы был... Просто милики здесь не очень. Они, а, пожалуйста, идите. А, снаружи, я имею в виду, не очень. Лапку давать. Я каску бафнул. Там, смотрите, в комнате, если у вас мало здоровья, меньше 50, лучше захилить. Времени гораздо полно. Ну, не за 2, за 3 переведем. Зато вы выживете. То, что вы бьете по щупальцу, 66% вам возвращается. Второго моба на пуле шога. Ненависть и ярость направляют ваши удары. Это было обидно. Был ли у них шанс на спасение? От чего? Дорогий умер. Ну, дотка. Вот это вот мешается, который фиолетовый. Давайте вайпаемся. Какое бессилие! Хоть когда-то можно будет наступить в лужу.
Секунду, сейчас пойду. Так, я здесь. Кто готов подходить к сове или танку? Симитей. Бог. Лапа. Скоро мы сразимся. Что? Лапа. Обратите гнев и ненависть против его прислуги. Друид лапу баф. Кому? Класс, назови свой. Че, на ДК? По ДК на лапу. Где ты был вообще? Осторожно, каста. Да, не щадите их, бейте без промаха. Рога ложный выпад, пробую потыкать на смерти моба. Не все взрываются. Это непонятно как-то. Первые практически всегда взрываются. Дальше хз. Последнему. Отойдите от большого. Не бейте его. Кливнет. Отойдите на 20 и больше. К Таурену подойдите Лок. Лок назад чуть-чуть. Ты можешь мультидоты сейчас. Мультидотать это дотать несколько щупалец. Вот что это значит. Так, диспел. Двадцать секунд до порталов. Смотрите, где ваши. 15 секунд. 13. Черепок. Бесконечно передается. 8. 5. Убегайте. Куда надо. 3, смертные. Конец близок. Нитки навел. Отлично, я состану в портале. Геру давать?
Шам, ты сможешь стать мимиком? 9 минут, блядь. Хитбокс очень большой, практически возле портала может стоять бить. 3 секунды выходим. Выйду резать. 20 секунд до портала. Рисую. Выбейте ему. Выбейте. Портала 10. 8. Сбегайтесь. Уже стоять должно у своих. Ёпта, опять череп. Отбежали от череп. Сука. Все зашли. Бежим, бежим, бежим. Пошли, пошли. Вы сейчас можете два стоять. Задотать. Без приоритета большой. Олик там может ману пригенить. А, ой, ты заливал уже, я вижу. Ты себе хуя. Пал, старайся, Евгений, сейчас. Ну я уже. Он 30. Тут я таймера не вижу. А, 20 секунд. 15. 12. Выбейте по местам. Мы это убьем сами. Болели все яды, диспельцы. Бегаем кучкой, ребят, сверху. Становитесь между двумя и бейте. Ах ты сука. Сдох, блин. Где мой рассудок? Сколько у вас осталось? Все. Сказали бы хоть. Втопите. По-большому. В метку фиолетовую. Фиолетовую метку. Все. Ослабили себе свои цели. Касты сбиваем. Будем по-тихому двигаться под лесу. Следите за рассудком. Если у вас красный кран, лучше не искать. Один кран сделали и отвернулись. Двигаемся к лицу. Давай, давай. Где ясно? Лок. 3, 2, 1. Пять, 4, 3, 2, 1.
Сова, дай ее. 5, 4, 3, 2, 1. Нагонишь ты мне. Короче, 3 секунды отворачиваемся. Другите лок аккуратнее, у вас там санити очень мало. Мы видим. Окей. 3. Угу. Лучше вообще стой. Там ауешками, дотами закинь. Грозой пуляй спиной. ШП, бэк один. У меня КД на вставалку. У меня молопшот, ну. Каст. Каст мобу надо сбить. Страх! Джоки убили. Быстрее Джоки убейте. Там. Тебя не убьете, вы, мне кажется. Сбейте каст мобу. А, блин. Да не. Короче, не убить. А-а, Джоки поймал этот МК. Жена, ты еще можешь? Или тебе нужно идти? Хорошо. Как дела? А, так ты написала 24 до 24. Просто уже половина первого. Так, сейчас пока мы едим. Но у Гавона пишите, когда будем делать. Во сколько вы завтра сможете прийти? В чат пишите. Завтра РТ просто. В 7 часов. У некоторых людей. Такое типа два варианта у нас. Либо завтра перед РТ, либо в среду. В среду либо допронос там будет 4-го рейда.
Либо ничего. Ну там всего лишь час. Да. Обязательно в 7 собираться, можно в 6 собраться, пол шестого. Это не вопрос. Это завтра, просто не все смогут. Ну и в среду можно попробовать, пол шестого или в 6. Так, кто-то у кого-то после трех, у кого-то до двух. Но это какой-то. Дисбаланс. Придется, наверное, либо во вторник, Дуарте. А, во вторник Войт не сможет. В среду тогда. В среду как-нибудь попробую. В среду весь день есть у нас. Хорошо. Тогда, когда мы сейчас убьем, напишите в Дискорде тогда уже, кто во сколько сможет. Типа, после сталькита, либо до сталькита. Или комбинацию из этого. Кто готов подходить? Второго появившегося рог на поле. Подальше РДГ. Осторожно. Господи, блядь. Ненависть и ярость направляют ваши удары. Читайте это заклинание. Так, ты не выбежал с бафом усиливающим. Урон по тебе входящий. Даркнесс тоже. Вставалка есть? Да. Да, есть вставалка. Дал. Там у моба оставалось 5% КП и на меня накинул дебаф. Бери свою руку. Я сейчас встану. Тал, прохильте Даркарис. Баф, подождите. Дайте ребаф, пожалуйста. Да, да. Хорошо. Перед входом пошлите. Становитесь между щупальцами и можете дотать 2. Милики можете правым. От черепа убегать. Двадцать одна секунда портал. Лучи аккуратно. 10 секунд. 5 2 1 Снимите с Даркарис дебаф.
Он далеко для меня. Пошлите большой без чего. Жена упала. Как? У меня щупальца взяло, а у нас была нитка вообще. Это второй не бежал ко мне. Если на вас кидается нитка, ваш долг бежать на ту удобную встречу. Забить на ДД, на свой каст. Учи старую. Как опять-то? 17. 15. 10. Отхитидка. 5. 1. Безумие поглотит вас. Бежи к следующему сразу. Пока. Чё стоишь? А ты про это? Конец близок. Если один бьет твое, к которому ты бежишь, ты бежишь сразу к следующему. Экономия времени. Череп по мне прибег в этой комнате, но самое. Так в каждой комнате делается. А ну они по-разному стоят. Пять секунд. Три. Вышли. 37% у нас. Двадцать секунд. Мы без манеген будем. Так что регеньте сейчас. На большом постарайся порегенить. 11. 8. 5. Зашли. В смысле? Окей, умираем. Я даже под лучом не был. Меня как-то луч убил. Хитбокс больше, чем кажется. Это же Вовка. Да я далеко был вообще. Ну мы же убивали это. Что, забыли все? Я уже даже все проговариваю для того, чтобы вам было удобнее следить просто за персонажем и за кастом. Рыба стоит. Фласки закончились, выпить. СС напала.
мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Ужас. Особо доты не успевают потикать. Блуждающий дух порчу кидай и шедоуболт спон. Последнему. Быстро прикончить его. Еще дальше убежал бы. Демон с тысячью лиц. Трепещите, ибо я обретаю истину. Вот это фартануло. РДД нужно фокусить большое, а не маленькое. 30 секунд до портала. Так, бегаем за ромбиком. Задохнитесь собственной ненависти. 15 секунд. От черепа. Три секунды. Шаман, ты что так торопишься? Пошли, большая. Пошли, 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 не стой. Был. Если ману убьем. Десять секунд до конца. Отходи. Пять. Ушли. Мимика. Баф. Все. Приступал. От черепа. Осторожно, лазарь. 10 секунд портала. Выбили. По местам уже встали. Красным никого нет. Так, у меня этот луч с этим. Конец, задохнитесь собственной ненависти. Большой ног. Если ты заходишь, луч пропадает. Даже если он красный? Любой. А, это. Разбейте его. Тут умер. Дотайте. Не, ну надо боком бить и рога. Боком, не лицом.
ты на спринтах летел? Три секунды. Че, рисы? Вышли. Где он? Он под боссом должен быть. Дайте хлеба. Сколько оставили? 39. Так, нам нужно убить. Порталы сейчас будут. Одна секунда. Даркер. Пошли, чего там? Тебе надо будет захилиться. На тебя коррупшн. Разбейте. Захилился. 500 хп оставила мне, блин. На фул хп. Сейчас переводим уже скоро. Хорошо. Остановитесь. Перевели. Два щупальца, помогите. Еще убьем его. Остановитесь перед лицом. Муренок умер. Фул репап дайте по нему. Иннер туда же. Танка положила. Не успел даже. Ты как бы признак. Ну так, давайте инфу, как мы же не видим снизу, как бы, сколько у вас щупалец наверху. Ну я, блин, я чат не читаю, не вижу во время этого. Лично я. Давайте инфу, вот ты мозг бил сейчас? Да-да, я мозг бил сейчас. Ну, вот, давайте... Я не видел, сколько щупалец было наверху, зачем чтобы... Щупальца? Зачем щупальца? Ты говоришь, сколько у мозга процентов, и все. Ну я же говорил, оставалось на 5%, скоро переведем. Никто не сказал, там стопните, щупальца еще есть наверху. Да, сейчас проблема в том, что скопал сдох. Подходите. Давайте последний трай, 5 часов утра уже. Есть плюс. На входе был починка. Да, но нет, реги. Там тоже реги есть. Да, не заметил. Гайра нет, если что. Да, вот. Чуть больше 10 минут баф. Бой. Так, это у кого? У Семитери и у кого еще там баф? Шан. На расовый. Окей. Сейчас я камень сделаю, пойдем. Дайте огурцы. Джоки. Вон, бейте огурцы, есть силы. Если у вас плохо со здоровьем там. Пошлите. Соберитесь. Последний пул. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Подождать.
Щадите их! Бейте без промаха! Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Двигайтесь! Сколько можно? 5 минут ДБР. Вам ДБМ сверху оранжевым пишет. Посередине экрана почти что. Когда кастуется и на кого кастуется? Кушнев. Знаю, рука не первый раз умирает. Налево двигайте. Он заспаунился. Сена к большой. Луч сажно. Милики, я говорил всем, чтобы все бегали группой. Стоит на мне метка. Почему никто за меткой не бегает? Там все кольцо было. Не будете? Неважно. Не будете вместе бегать, будете терять здравомыслие. Потеряете здравомыслие. Что будет? Портал. Желтый пустой. Джокер. Задохнитесь собственной ненависти. Трепещите, смертные. Конец близок. Почему один портал до сих пор открыт? Это твой портал, кстати. Окей, я в жертву зайду. В следующий раз. Через минуту с чем-то у тебя есть. Будет. Давали бы. Потому что нас тут трое было. Очень мало ДПС.
Сколько тут? 60. 65. Нормально все. Не дай бог ты сейчас умрешь, блядь. 15 секунд. Дайте инфу, как вы убьете большое щупальце, чтобы мы добили мозг. Его нет еще. Порталы. Оно появится. Это не занят. Большой появилось. Да. Скажите, как добьете? Топить. Блять. Ко мне бежите. Ну ты еще через лучи-то. 80%. Ко мне. Сколько? Большое щупальце убили? 50. Хорошо. Не бьем пока. 30. 20. Да, наверное, можно. Давай, давай, добиваем. Перевели. И лицом встали все. Сразу не надо хилить. Потому что на тебя она будет. Это как... Блядь. Я хуй знаю. Проблема. Ну, опыта мало. Вайп. Все. Или всем спасибо. Или в два надо быть хил. Спасибо, ребят.